благословляются и освящаются приношения сия во имя Отца и Сына и Святого Духа. Химки встретили главный православный праздник – Пасху. Утром химчане освящали пасхальные яйца и куличи в храмах городского округа. В Лунево около часовни храма Сергия Радонежского собралось много народа. По традиции каждый год в Великую Субботу мы собираемся для того, чтобы осветить наши приношения. Это куличи, пасхальные яйца. Приготовляя себя к празднику Святой Пасхи Христовой, мы стараемся отдать должное и жертву свою, в первую очередь, наши сердца – в память о том, что Господь пролил за нас свою пречистую кровь, и с трепетом ждем его славного воскресения. В Великую Субботу жители Химок приходили в храмы всей семьей. Радушно поздравляли друг друга и делились теплыми пожеланиями. Что хочется сказать всем, поздравить с праздником Святой Пасхи, пожелать всем мира, добра. Потому что для любого человека православного этот праздник, наверное, является самым таким сокровенным праздником, когда совершается спасение всего человечества. А уже к полуночи состоялось пасхальное богослужение. В самом большом храме Химок, Богоявленском, собралось более 1000 жителей всех возрастов. Пасхальная служба – радостное событие в жизни каждого верующего человека. Она полна ликованием о Христе воскресшем. В ночь на 5 мая 1000 химчан посетили пасхальные богослужения, крестный ход и праздничную литургию. Они прошли во всех храмах городского округа. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.